Поговорим немножко о моем сайте, потому что вы никак не найдете его. О чем я вам все говорю. Значит, наша задача найти мой сайт. Набираем английскими буквами. malakhov.pro. Что тут еще надо добавить? Палку. Или такую палку. Malakhov.pro. Ну, давай. Вот, наконец-таки нашел. То есть, для того, чтобы попасть к мне на сайт, надо набрать www, вот эти вот палки Malakhov.pro. И мы с вами попадаем, наконец-таки, на мой сайт. Что тут у нас такое? Предложение какое-то. А. Итак. Вот он мой сайт. Как он выглядит? Статьи, пожалуйста. Щелкаем на статьи. У нас статей, как вы видите, 1079. Здесь вы можете бесплатно найти материал практически на все темы. Я, конечно, не сделал тут поисковика, потому что это не в моей компетенции делать поисковики. Что я заказал, то мне и сделали. И я рад этому, что сделали. Так, статьи есть. А пожелание добра. Так. И прочее. Разжижит кровь в том числе и так далее, и так далее. Так, теперь как нам попасть опять назад? Щелкаем два раза. Библиотека. Два раза щелкнули на библиотеку. Что у нас получается? Книги «Основы здоровья». Это мой основной труд, расширенный. Есть «Основы здоровья» одной книгой. Я никак все ее не сделаю. Вот она кончилась. Дальше у нас «Без очищения нет исцеления, голодания в лечебных целях, жизнь без паразитов». Ну, какой? Ну, давайте «Жизнь без паразитов» нажмем. Два раза нажали. Ага, вот так вот, да? Нажали. «Жизнь без паразитов». Секундочку. Вот она, мною сверстанная книга. И пошли читать. Всего, видите, тут 209 страниц. Что тут у нас? Вот она. Прекрасно, отлично. Все открывается. И это очень хорошо. Так, таких книг. Два раза щелкаем сюда, возвращаемся. То есть библиотеки. Просто показываем. Библиотеки у нас. Видите, сколько книг. Бесплатно выложенных. И вот многим будет интересна книга «Индивидуальная конституция». Почитайте, чтобы вы могли самостоятельно определить индивидуальную конституцию. И уже с учетом ее создать собственную систему оздоровления. Это здесь кратко. «Записки голодающего». Обращаю внимание на третью часть. А это нечто такое фантастическое. Но, тем не менее,
что касается духовного, как бы сказать, мира, вещь интересная. Значит, «Основы здоровья», книга 9. Как раз прочитав эти книги, вы поймете, как работают те или иные системы. И далее на основе этих 9 книг вы можете сделать свою собственную индивидуальную систему оздоровления. А это как более, будем говорить, углубленно вы можете ознакомиться с теми или иными трудами по очищению организма. Авторский учебник «Голодание в лечебных целях», «Золотые правила питания», «Закаливание для лечения», «Самолечебник 21 века», «Большая книга». Вот тут даже кратко сказано, аннотация и прочее. Пользуйтесь. Далее, что у нас идет? Далее у нас идет газета. Газету я выпускал с середины 2010 года. Вот она, газета. И полностью выпустил. Прекрасно Дима сделал. Полностью выпустил за 2017 год. Если бы я тут не занимался особо сайтом и прочими делами, возможно, я дальше бы продолжал газету. Ну, например, давайте откроем вот эту газету. Откроем вот эту газету. 2014 год, это как раз мне 60 лет. Ну, посмотрим, что тут у нас. Щелкнули. Так. Секундочку, идет загрузка. И вот она, газета пошла. Видите? Все это сделано самостоятельно. От задумки до воплощение. Как раз я рассказываю о себе. Мои родители, супруга, как я занимался спортом, мой аттестат. То есть вы тут можете узнать обо мне всю, так сказать, мою подноготную. Диплом, окончание, вот она с выпиской. А то некоторые говорят, что нету ведомости, мол, не знаю, говорят, что не было ведомости по окончании Института физической культуры и спорта. Вот она, ведомость, декан подписал, как я учился, как я тут вот работаю. Так, это, значит, период ТВ, в гостях у Елены Прокловой, видите, тут стою на голове в лотосе. Это я занимался в спортивном зале. Это я уже читал лекции о здоровом образе жизни. И, естественно, показывал на практике. Этим дипломом, я так и написал, особенно горжусь, это диплом академика. Что я диплом члена Академии, что являюсь академиком народной медицины Узбекистана, то есть мне присвоило действительным членом Академии этой уважаемой организации академик. Это мои издатели, с которыми я тут в Петербурге сдавал. Это когда я в Днепропетровске читал лекции. Это дом. Далее пошел период ТВ. Первые ведущие мои были соведущие Андрей Малахов. Это с передачи фото. Это потом с Ангелиной Волк. Передача «Доброе здоровье» мы как раз. Это редакторский состав. Это Марина Петрицкая, продюсер передачи. Можно сказать, крестная мама передачи «Малахов плюс». Она влила массу крови. Видите, как я тут немножко не дорос до ТВ. Ну и вот, что было на передаче. То есть, газета открывается. Статей здесь огромное количество. Ну, давайте еще посмотрим, что тут.
за статьи были. То есть в самом начале от издателя. Познавательно-практическая судьба и карма, реклама. То есть, ну, по газете надо пройтись. Обычно я писал. Так, давайте дальше пойдем. Что тут у нас еще? Опять. И сразу же с сайта Малахова про здоровый образ жизни мы переходим на канал. Вот, пожалуйста, то, что я выложил. И сейчас выложу это видео. Вы можете посмотреть. Что это такое ответы? Это какая-то реклама, видать, впендюрили уже. Учитесь учиться. Некто Хеван Лук. Отвечаю, ну. Знатно огноедом мракобесом Малаха. Вот, видали тут. Как? Учитесь учиться. Ну, во-первых, ну, на этом закончим, да? Кто из нас? Так что вы еще вперед, назад, гепатит. Мракобес. Мракобесы, хренобесы и так далее. Кстати, Малахов Про, сейчас идут повторные трансляции программы Малахов Плюс на канале Здоровье. Заходите на канал Здоровье и смотрите расписание, когда это все идет. То есть та легендарная передача вновь повторяется. Я надеюсь, вы поняли. Подпишитесь на мой канал, подписывайтесь. На этом заканчиваю.